Хотела записывать видео, хотела дать вам упражнение для высоких скул, но потом поняла, что при моей сегодняшней обстановке, ремонту соседей, я просто обязана дать вам экспресс-комплекс избавления от головной боли при помощи методов восточной медицины. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь в моем канале, где делюсь с вами секретами молодости, красоты и здоровья, и сегодня про экспресс-комплекс упражнений от головной боли. Итак, начнем. Я советую вам расположиться комфортно, но обычно если у вас болит голова, вы наверняка находитесь не в положении стоя, а где-то в положении лежа или сидя. Так вот, постарайтесь сделать так, чтобы у вас не было гиперпрогиба в пояснице. И вы сидели вот максимально пряменько, да, чтобы у вас через затылочные бугры вы смотрели наверх. Голову можете еще даже чуть-чуть немножечко наклонить. И найти два центра, да, центр это кончик носа, центр это пупок. И мысленно провести между ними такую воображаемую линию. Начните дышать. Вдох делайте через нос, воздух падает в живот. Вдох. Считайте до 6. Вдох. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Выдох практически вдвое длиннее. Вот настолько, насколько у вас хватает возможности дыхалки. Да, выдох медленно. Через рот. Снова вдох. Но не делайте ни в коем случае вот этот глоток воздуха, да? Максимально медленно вдох, медленно выдох. И со вдохом представляете, что вы набираете в себя здоровье, свет, тепло, энергию. А с выдохом представляете, как уводите из своего организма все максимально негативно, да? Сконцентрированное это боль, напряжение, стресс, усталость. Снова вдох, тепло, энергия, приятные ощущения. Выдох, весь негатив из себя выплевываете. И далее можно приступать непосредственно к комплексу. Акупунктурная, да, такая активная точка вот здесь вот между большим и указательным пальчиком. Встаете средним пальчиком, да, вот такой вот захват, и начинаете здесь массировать. Массируете с двух сторон, да, то есть у вас и большой воздействует, и средний пальчик. И примерно такое круговое движение. Оно именно круговое, да, вот вы встали, приклеились и начинаете по кругу ходить примерно в течение половинки минуты, минуты. То же самое на другой руке. Обязательно все делаем синхронно, симметрично. Не синхронно, а симметрично. То же самое, начинаем воздействовать на акупунктурную точку. На самом деле не имеет большого значения, в какую сторону вы будете здесь рисовать такие условные кружочки. Хорошо, далее перешли на зону козелка. Вот прямо за козелок себя схватите. И тоже мягенько-мягенько начните такой легкий массаж. Как будто бы перетирание, но вы не скользите по коже. А легонечко воздействуете вот непосредственно на козелок. Вот так это выглядит, да? Ну, вы встали на одну точку и не катаетесь по коже. С другой стороны то же самое. На самом деле здесь не обязательно засекать какое-то время. Работайте до ощущения приятного тепла. Почувствовали приятное тепло? Пошло? Отлично. Далее. Основаниями ладони встаете над ушками вот таким вот образом, плечики максимально расслабляете, голова направлена через затылочные бугры наверх, то есть вы чуть-чуть даже немножко смотрите вниз, и вы начинаете мягко-мягко катиться, рисовать такой ободочек, да, то есть вот вы приклеились и начинаете 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сходитесь ручками наверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мягко-мягко плечики опустите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Теперь встали основанием ладони на зону межбровья, сделали вот такой вот шаг, и куда у вас средний пальчик упал, такая точка, да, через эту точку вы вытянетесь максимально мысленно наверх. Можете даже представить, как отсюда выходит такой луч света наверх.
и помассируйте эту точку. Вот такое вот воздействие. Мягкая зона будет на самом деле откликаться. То есть вы ее услышите, если встанете правильно. Так называемая венечная звезда. И помассируйте тоже до ощущения приятного тепла. Но из этой точки начнет растекаться по всей голове. После этого можете полежать, отдохнуть, выдохнуть, улыбнуться и наслаждаться вашей здоровой головой. Что ж, с вами была ваша Орлова Даша. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Пока!